I was just chasing Killer Croc through a sewer. Why didn't you catch him? Well, he caught me off guard. But I'm ready this time. Every time. Причем тут музыка из Бэтмена вообще непонятна. Хотя, нет, тут все-таки персонажи из Бэтмена, ладно. Good point. We need to override the elevator controls. Quick! Something tells me this vent will be rather uplifting. Yes, and the air pressure should lift us upwards too. Wait, I get it now. Так, сохранение, надо срочно сохраниться. Потому что эта херня любит очень сильно вылетать. И не делать то, что я ей говорю. Так, киборг, давай, работай. Тама. Так, теперь нам нужен этот сонар, видимо, господи. Охереть, сколько для одного персонажа. Так, нет, это не стекла, что это? А что, это тоже серебро? Ну, видимо. Что это? А, сейчас, ну, снова нужна будет твоя жопа сферическая. Робин! Робин, тащи свою жопу сюда, причем в прямом смысле. Он возьмет и в руки и притащит, но это ведь Робин. Ладно, здесь больше ничего нету, нет? Что можно разбить, уничтожить? А, блин, я же на прошлом уровне мог слетать за этим рюкзаком. Фак! Я облажался, я только сейчас понял то, что я мог слетать за этим рюкзаком, за женщину-кошку. Который я получил-то, сбив. А, все, неважно, поехали. Все равно я все 10 не получу, какая разница? Зачем я разбиваю это говно, кто-нибудь мне ответит? Здесь же ничего нет, я просто усложняюсь, я, точнее, увеличиваю время прохождения. Why? Хватит. Хватит. Вот, все, встаем и идем куда нужно. Nice. Now I can use my jetpack to reach the controls. Batman took my jetpack away after he caught me pretending to be Superman once. Окей. А что там открылось? Там открылось подзаправочное или что? Ой. Что это дало? Ложись, Робин, буду делать тебе операцию. Вырви ухо называется. А, это все, серьезно, так вот, вот так вот изи. Ладно. Да в топку это все разбивать. Да, в топку, и сказал я, и доразбил. Нет, все, все, я перестаю разбивать все, что не нужно. Просто не буду. Мне это не нужно, но. Деталька! 10 тысяч! Нет, 1000 всего, окей. Давай, наполняй себя этой живительной влагой. Он как пропустил? А наверху ничего нету, нет? А вдруг? Я не знаю, что это было, но ладно. Ладно, хоть не превращается здесь. А, окей. А, здесь теперь нужно Бена. Окей, неважно. Что-то я туплю тут сижу. Так. И что теперь? О, фак, нет! Говнище. Oh.
Так, а что мне делать-то? Магнитокостюм? А, черт, я же могу пролезать. Господи, у меня есть лазеры в этом костюме. Так ведь? Yes, of course! My circuitry is incompatible with this access port. But my Robin drone should be. Prepare to be jealous. Робот-дрон? Мини-робин? Какие сложные замуты! Я не знаю, что я сделал и как он это сделал, но он это сделал. Не знаю, что это было, но он сам как-то это замутил, даже не знаю, что это за костюм. Yes, it worked. Cool. From Bird Boy to Bellboy, right? Let's get after those creeps. Не-не-не, там чем-то можно было повзаимодействовать. Нет. Нет, я сказал, нет. Давай повзаимодействуем. Why the fuck нет? Так, и чё? Ну вот только же можно было взаимодействовать. Алло? Алло? А, это вот так взаимодействовать? Так, короче говоря, неважно. Да, Робин получает тумаки, урод. Она хоть искусственный интеллект не просирает детальки за подыхание, иначе вообще было бы обидно. О, давай. Повторим путь мистера Фримена. А почему тут... Это музыка. Окей, у меня глючит освещение, нормально? Нормально. Да, саспенс круто, у Хичкока учился, все норм. Блин, да вы чё так не видите, что ли, а? Кушайте больше черники. Да почему ты не можешь надеть костюм-то? Нет, можешь надеть костюм. Давай, электрик, включай свет. О, боже мой. Слишком много смен костюмов. Он... Стойте. Он тоже будет вырезать это дело... В виде знака Бэтмена. Тебе заняться больше нечем, что ли? Ты хрюша, повторюшка, мать твоя. Yikes! He's too big for me to fight. Cyborg, help! My suit's extra large mode should even the odds a little. Окей, okay, а ничего, что тут, как бы, фигурки исчезают, все дела. Ну, Quick Time Events я просто не могу проиграть. Ладно, хоть они не перезаюзали анимацию из Lego Marvel Super Heroes. Уже хорошо, что-то новое запихнули. Может еще что-нибудь эпичное, может. Можно изнасиловать его? Черт. Почему здесь нельзя приседать? Ладно, хоть прыгать можно, но приседать нельзя, это, конечно. Я считаю, огромный минус этой игры. Нельзя стелсом проходить миссии. Знаете, так проходишь стелсом и выносишь все, что есть на уровне.
по-тихому. В невидимости. Так, кто здесь нужен? What the fuck? А, еще раз. Это всегда так? Окей, я еще один баг словил. ОМГ. Сколько можно багов словить в одной лего игре? Блин. Которые... Блин. Ну просто охренеть. Что с этим делать? Конечно, могу без проблем полетать, наверное, да? Фак, я застрял. Замечательно. По идее, сюда, наверное, не могу проникнуть до определенного момента, ну ладно. Как бы по идее, да, вдруг у меня топливо закончилось. Как я мог разбить что-то, стоящее вдали от меня, быстрее, чем то, что ты вблизи? Я понял, что там киборг стоит, игра, ты на что намекаешь-то? Я не слепой! Я мало не осознаю, что я делаю сейчас. Можно взорвать какие-нибудь ядерные боеголовки вон. А, нет, тотальную аннигиляцию не хочу устраивать. Экстерминатус и все дела. О, фак. Отлично, можно было покрутиться. Ага. Кто здесь нужен-то? Я не знаю, кто здесь нужен. Может, технарь Робин? Здесь вообще пока что мне не до этого. Опять же, не знаю, чем, зачем я этим занимался, но... Бро! Что нам делать? Давай выясним. Какого хрена я застрял? Не, я, конечно, не против поразбивать тут все, но... Что я должен сделать? Вот тут что-то есть, что ли, что можно посмотреть? Да, вот здесь, сверху. Серьезно? Найди что-то мерцающее в темноте. А, вон там крок стоит. Понял? That hurt my ears, you little... What ears? Go get him, cyborg. Отлично! Киборг сделает это, киборг сделает то! А я постою, посмотрю! Лаирис проклятый! Чертов извращенец! Ей! Еще раз говорю! Fusion cannon. Yeah! The bouncing foot
Enough, Joker. Oh, but Betsy! I'm just getting started! Welcome to the Joker Surprise Show, Betsy! I'm glad you brought a super friend along. Oh, don't be such a spoiled bat. Let's see who's behind door number one. I don't like surprises. I don't like it too. I never asked for this. Отлично, просто мочилово. Супермен, ты что-нибудь делать будешь, нет? Жопа ленивая. Ладно, они классно обменялись там любезностями. Где еще один? Алло, гараж, выезжай! Покажись! Ой, можно поиграть, смотрите. А где последний робот? Алло, гараж! Алло, гараж, у меня робот последний... А, вот он. Господи. Я уже все разломал, мне ничего не дают. Ой. Разбирайтесь с ними сами, мистер Супермен. Блин, я хочу кома 10 получить. За это не дают ачивку, если еще, но... Нет! Просто 10-кратная комбо, это круто. Ты можешь меня не бить? Или я могу тебя не бить? Нет, не могу. Что там? Бургер из Макдональдс? Я бы не смог. Я бы облизал. В честном бою? Чё за slow motion? Оу, щит. Я не могу его бить, да, в этот момент, окей? Отлично. Просто замечательно, спасибо. Ладно, я буду тут разбивать детальки, а ты, конечно, там стой. Я на 100% себе заработаю, хорошо? А-а-а, вонючий Робин. Нахрен? Нет! Жопа! Я даже не знаю, это... Супермен мне помешался, или я себе сам помешался? Или мои руки мне помешались? Не, похоже, на сотню я уже не заработаю. Просрал момент. Потому что это, наверное, последняя битва. Ага, здесь нужен Робин. Лично как, да нужна эта жопа, его нету! Фак! Опять Робин. Да что ты за... Умный человек такой. Чё, он реально бесполезен? И здесь тоже, да? А, во, может сохраниться было, вау. Я постоянно путаю эти... системы. Да фак! Серьезно? А, во, точно, есть же лазер. I won't rest until the world is rid of menaces like you, Superman.
Имба! Почему ты раньше не бежал, а? Давай, издыхай! Бэтмен, хватит здесь! Под прицелом. Ты лучше детальки собирай, уродина! Летучемышная! Я, в общем, его бить буду все. Надоело мне. Он мне даже снести не может хп. У него что, не криптонитовая пушка? Месье, вы в жопе. Вообще можно на этих пофармить детальки, да, пофармить детальки. Причем тут флеш, если честно, мне непонятно, но ладно. Детальки! Не упусти деталик! Я ж думал, Бэтмен его забивать, что ли? Но у меня нет флеша. Но у меня же нет флеша. А здесь нужен Супермен? Почему ты там значок флеша? А, неважно. Too hard to understand. Electric suit, right? An electroconductive discharge suit, actually. It allows me to... Like I said, electric suit. An EMP should shut that suit down. It's got no power. I can power the EMP up, but I need the charge from that platform, and I can't get to it. Leave it to me! То есть я могу все-таки что-то сделать здесь? Окей. Пусть там Битмен сам разбирается. Да-да-да, стреляй. Я просто буду смотреть на эту херню. А-а-а, можно построить, господи, я с ним другое делаю. Давай, Битмен! Битмен, живи! Битмен, живи! Супермен, спаси! Битмен! Так, мне нужен... Отлично! Мистер, идите в жопу! Хватит меня стрелять! Хераси! А Джокера не могу поджарить, нет? Черт, я пытался Джокера выстрелить, но получилось, что забил эту херню. Может быть! Может быть! Все, может быть. Thanks, I guess. Че, все, игра закончилась, да, окей. Well, looks like our work here is done. Perimeter alert. Object approach. Да ладно, все, давайте хватит на этом. Титры. Мне норм. 4 уровня, норм. Я не вытеплю еще 11. Еще 11. Зачем? Я каждый раз спрашиваю тебя, зачем ты садишься играть в Лего-игру? Зачем? А, этот подсчет. Сколько я там? Не добрал 10%. Ну и насрать! А там вот в беде. Ну и насрать! Главное, что человек хороший.
Я, наверное. Супермен! О, сейчас он всех будет всех впечатлять. Чудо-женщина. Насрать вообще, кто там стал доступен.